А старший брат у вас со слухом, голосом? Старший брат, я думаю, что без слуха и без голоса, потому что я никогда не слышал, что он поэт, он чистый технарь. Угу. Руководитель кафедры гидропривода в Московском автодорожном институте. Угу. И чтобы он пел, я никогда не слышал. Угу. И надеюсь, не услышу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».